Костер, база отдыха Паратунка. Раздевалка без шкафчиков. И все вещи, мы которые снимем, вещи, вот я сейчас вся полностью разденусь. Вся-вся-вся переоденусь в купальник. И вещи сдадим в гардеробную. Гардеробная рядом. Бассейн, говорят, 36 градусов. Посмотрим. Первое впечатление, как только мы сюда начали заезжать. Если честно, не очень. С дороги очень резкий поворот направо. И очень-очень крутая дорога вверх. И уже в конце этой дороги навстречу нам поехала... Навстречу нам встала машина. То есть там не разъехаться. Дорога только прямо. Я постараюсь снять, когда мы будем ехать назад. Приехали. На крыльце стояли лица неопределенной социальной группы. Уже тоже так, ну, не очень приятно. Девочки-администраторы почему-то закипишевали сразу. Я как только задала вопрос, посмотреть, покажите, мы попытаемся испытать все до конца, давайте останемся, куда сдавать вещи. Ну, то есть так, подробно уже начала спрашивать. Они такой кипиш устроили, гардероб сейчас туда начали искать. Ой, возьмите, пожалуйста, вот эту вешалку с ключом, с номерком. Вот сюда проходите, пожалуйста. Ну, и изображают сервис. Ну, посмотрим. Дальше. Зато мне здесь очень понравилось зеркало. Такое вот. Все. В полный рост. Прелесть. Я одна в гардеробной. Вообще тоже кайф. Вот там вот мы сейчас вот оттуда вышли, сдали всю одежду в гардеробную. Там нас встретила тетя Оля добрая, повесила нашу всю одежду. Здесь буфет. Вот, значит, такой здесь буфет. Говорят, что там есть жареная корюшка очень вкусная. А дальше это вообще детский оздоровительный лагерь «Костер». Видите, юнармия следит за этим всем. И вот там дальше бассейн. Говорят, что здесь 36 градусов. Дай, налей, пожалуйста, мне чай. Я выпью чайку. И как рванем в эту воду сейчас. Там вот я смотрю уже неприятности. Мужички с пивом. С мощным пивом. Молодая пара. Ну, дети есть, вижу. Ладно. Навряд ли, конечно, мы сюда приедем еще, но кто его знает, вдруг нас сейчас так вода впечатлит, что мы как начнем сюда ездить каждый день. Вдруг мы здесь оздоровимся. Ну вот, хотели впечатлиться. Ну, скажу, в принципе, чистенько для, ну, как для среднего отдыха. Или для тех, кто хочет приехать сюда с бутылочкой пива, с бутылочкой коньяка. Никто здесь не скажет нет, не запретит, хотя... Детки вон купались рядышком, тут и компания была веселенькая. То есть для тех, кто хочет просто простого, самого обыкновенного отдыха, где можно на лавочке посидеть, покурить, выпить бутылочку пива. Само то, я думаю, считаю вообще. Но лично мое мнение, я сюда второй раз уже не приеду. Маленьком, я не знаю, маленьком, еще раз повторюсь, маленьком не больше 30 градусов. В большом так и то не больше, наверное, 25. Такой большой. И вот в этом маленьком бассейне, в самом углу, там льется из трубы кипяток. Но это надо прям к трубе подойти и прям греть пяточки. Я успела здесь немножечко позагорать, но холодно. А еще сейчас очень мало лавочек и пол бетонный. А я стою на носочках голыми пятками. В общем, купались, сидим, высыхаем. Получилось, что минут через 20 все рассосались, и так и удалось разглядеть вокруг красоту. Березки выглядывают из-за забора. Тихо, спокойно стало. Никто не кричит, никто не распивает напитки. И, как ни странно, нет ни ветра, солнышко припекает, немного удалось позагорать. И так какое-то умиротворение. Единственное, говорю же, портит начальное впечатление, совсем прям начальное, первоначальное, и портит бетонный такой пол. Взяли бы, настелили что-то поприличнее, чтобы ходить можно было босиком.
скамеек побольше бы поставили. Ну, а так, не впечатлило. Второй раз не приедем, но... Зато есть с чем теперь сравнить. Ну, березки великолепные из-за забора выглядывают. Красота. Какая тебе тетя Оля? Чуть ты прям... Не надо так шутить. Вот, мы пришли переодеваться. Нам сейчас выдадут вещи, которые мы сдали после того, как переоделись. Либо в женской раздевалке, либо в мужской раздевалке. Все нормально. Раздевалка тепленькая по сравнению с улицей. Зеркало, конечно, впечатляет зеркало, да. Зеркало мне очень понравилось. То, что можно разглядеть себя со всех сторон потом. До, после, посмотреть все свои недостатки. Посмотреть, над чем еще можно поработать в тренажерном зале. А еще мне кажется, что я чуть-чуть загорела. Еще разочек сегодня. По поводу пигментов, даже теперь не знаю. Вдруг снова вылезут. Кстати, нет здесь фена, поэтому... Поеду с мокрыми волосами в маленькой тоненькой шапчоночке. И у меня, к сожалению, по-моему, рецидив. Угу. Хотя выпила ацикловир 400 уже два раза за сегодня. Ну, посмотрим, как бассейн оздоровительном лагере. Костер, как бассейн меня оздоровит. И вот, короче, как я и обещала, показать такой, блин, крутой спуск здесь. Ну и, соответственно, подъем. И дорога никак не вместит в себя две машины, чтобы разъехаться. И вот там видно даже сразу, что вот такой вот крутенький прям спуск. Как мы сюда заехали, я даже, блин, не знаю, если честно. И вот если объедет вперед, мы не разъедемся. Блин, у него 2 ВД, он не поднимется. У него 2 ВД, он не поднимется. У него 2 ВД, он не поднимется. Ну, по-моему, понял, чел. Вот такой вот крутой вообще спуск. Капец просто, я не могу. В общем, вот такая дорога. Приключения, как всегда, нас не оставили. Это Паратунка. На перекрестке, когда едешь с Петропавловска-Камчатска, на перекрестке, получается, нужно поворачивать налево. Направо будет поворот на термальный, а здесь налево. Вот здесь указатель стоит. Термальный Елизово-Петропавловск-Камчатский. И вот это вот кольцо. Обычно мы едем всегда направо, чтобы насладиться, да? Там Антариус находится, там Медвежий угол. Много-много очень. А в этот раз мы повернули налево и оказались в Костре. Весь обзор вы насладились вместе с нами. Ваше дело решать, куда ехать. Следующий обзор проведем в другом уже бассейне. Всем желаю удачи. Пока, с вами была Елена Варфоломеева. Точно, забыла сказать. Ставьте вверх пальчик или же вниз, если не понравилось. Пишите в комментариях, что еще охота вам посмотреть на Камчатке. Чему бы вы были, какому обзору рады. Буду рада вам помочь в этом. Задавайте вопросы, на все отвечу. Если что-то не нравится, тоже пишите. Мне, в принципе, подойдет все. И подписывайтесь на мой канал. Буду рада всем своим подписчикам. Расскажу, как мы тут живем на Камчатке. Расскажу все плюсы и минусы. Стоит ли сюда ехать, стоит ли не ехать. Почему стоит побывать на Камчатке. Почему она так далека от всей России. Мы будем вместе рассуждать и открывать для себя заново ее. Всем пока!